Привет, друзья! Мы снова в гостях у Потапа. Сегодня мы с вами продолжим рассматривать вот такой вот вертолет от фирмы Magicbox. Вертолет не простой, а универсальный, из которого можно сделать как плавающий, как надводный, так и воздушный транспорт. В прошлый раз мы остановились на ловле динозавра вот на таком аппарате, посмотрите. Вот. Вот такой вот он у нас был. Как показано на этой коробочке. Вот как показано здесь. Это мы в прошлый раз ловили вот так вот. А сегодня мы будем ловить вот таким способом, водным. То есть будем ловить на воде динозавра. Посмотрим, как у нас это получится. Ну, значит, нам сперва придется разобрать эту установку, старую, вот эту. И из нее уже будем собирать. Вот такой катер мы сегодня соберем. И будем ловить такого динозавра. Вот, посмотрим, как мы его поймаем на воде. Ну что, начнем разбирать вторую установочку. Вот так это все выглядит, когда разобрано. Ну что, начнем теперь собирать. Так, сперва делаем основание. Готово. Теперь кабина пилота. Готово. Дальше собираем летательную установочку. Вернее, она будет у нас и сразу захватывать динозаврика. Подлетать к нему. Этой штукой будет управлять пилот. Мы ее поставим вот где-нибудь вот здесь. Дальше немного удлиняем. Делаем заднюю часть. Вот такой вот у нас получается катер, который будет плавать по океану, ловить динозавра. Так, ну что, теперь здесь не хватает только пилотов. Да, мощный получился катер. Я даже не ожидал, что может такое получиться из вертолета обыкновенного. Ну какой обыкновенный вертолет? Это был необыкновенный, ты что, это целая установка. Ты посмотри, какой получился катер. Ну что, пора его пускать на воду. Ну что тогда, по местам? Все, пошли. Ну я пошел к себе. А я к себе поднимусь на лифте. Как мне нравится здесь лифт. Мне очень это нравится. Ну вот я и на месте. Все, я готов. Я тоже подхожу. Ну что, готов? Давай, спускаем на воду. Итак, спускаем потихоньку. Не спеши, не спеши. Итак, потихоньку спускаем на воду. Только аккуратно, аккуратно. Итак, спускаем на воду. Аккуратно, хорошо идет, хорошо идет. Мощная машина. Мощная. Очень мощный, мощный агрегат. Очень мощный. Привет, друзья. Я слышал плохую новость. Говорят, на соседний остров напал дракон. Какой-то очень свирепый. Так что нам нужно быть готовым. Он может и сюда приплыть. Не дракон, наверное, динозавр. Да-да, я тоже про это слышал. Но ничего, в случае чего можно же вызвать спасателей. Они быстренько поймают этого динозавра. Они этим занимаются. Они в этом профессионалы. Им нужно будет просто звякнуть, или я не знаю, как-то сообщить, если что-то случится. Но я не боюсь динозавров, я просто взорвусь, я же птичка-бомб, и все. И он, динозавр, испугается и убежит. Бомб, перестань говорить всякую ерунду, ты что? Кто тебя испугается? Ты что, это динозавр, если он озверевший, то нам всем же здесь нужно спасаться уже, или готовиться, если он где-то рядом. Да, друзья, давайте что-нибудь придумаем, как-то нужно обезопасить себя, вдруг он на нас нападет. Да ладно, будем надеяться, что не нападет на нас. Конечно, может быть всякое. А вдруг? Вы слышали это? Вот он уже здесь. Ну ведь быстрее нужно как-то сообщить динозавры ловом. Быстрее нужно звонить спасателям. Я побежал. А ты чё, Матильда, такая спокойная? Что, тебе не страшно, что ли, ничего? Я вообще в шоке. Я в шоке от происходящего. Откуда, интересно, Ред собрался звонить? Откуда телефон? У нас же нет на острове телефона. Что с Редом случилось? Ой, я не знаю теперь, как спастись, как сообщить спасателям обо всем этом. А я знаю как. Знаете, нужно нашу рогатку достать. Давай и Реда выстрелим. Направим просто в ту сторону, где спасатели. И все, он долетит. Давай, доставайте нашу рогатку. Да-да-да, пошли за рогаткой. Пошли за рогаткой. Это очень правильное решение. Это очень правильное решение. Сейчас мы выстрелим из рогатки. Ну что тогда? Я тогда пошел готовиться к полету. Все, а вы рогатку пока устанавливайте. Ну все, рогатка готова. Ред, где ты? Давай, залезай. И выстреливаем.
пока на нас не напал этот динозавр. Ред, где ты? Ред, давай быстрее иди сюда. Мы все приготовили уже. Ну что, Ред, давай залезай и вперед. Ну все, я пошел. Ну давайте, я долечу быстро. Итак, готовимся. И я полетел. Это кто там залетел? Что-то красный, какой-то красный комок. Я даже разглядеть его не успел. Ну кто это такой? Кто это нам залетел? Ты видел какой-то красный комок? Сейчас я спущусь тоже, посмотрю, кто это. Кто ты такой? И мне интересно узнать, что ты за птичка. Меня зовут Ред, я с острова Злых Птичек. На наш остров напал динозавр. Поэтому я прилетел к вам. Пожалуйста, помогите, спасите наших друзей. А то я здесь, а они там. Они, наверное, только и ждут нас. Пожалуйста, поехали прямо сейчас. Его нужно поймать, этого озверевшего динозавра. Так что поехали, ребят, выручайте. Вся надежда на вас. Все наши птички ждут вас. Ага, я понял. Angry Birds. Значит, остров Злых Птичек. Ну сейчас я посмотрю на карте, где это. И все, мы будем там быстро. Как можно быстро. Ну все тогда, я тоже пошел к себе. Все, полетели. Все, поехали. Так, да, нашел координаты этого острова. Все, едем туда. У меня тоже все готово. Можно трогаться. Все, поехали. Главное успеть, главное успеть, главное успеть. Ужас, какой он страшный. Давайте быстрее ловите его, вот он же прям здесь. Я закидываю приманку со снотворным. Сейчас он ее скушает, вот так вот, и заснет. А мы в это время его подхватим. О, ну все, все, во. Он подплывает. И хватает, хватает добычу. И уплывает с ней куда-то. Все, сейчас он заснет, наверное. Они ушли под воду вместе с приманкой. Он что, заснул с куском мяса прямо во рту? Интересно, как, какое с ней сильное снотворное. Но сейчас его, наверное, надо зацепить, а то он утонет. Дальше уже наша работа. Смотри, как работают профессионалы. Сейчас главное зацепить его правильно, чтобы он никуда не делся. Сейчас попробуем вот этим крючком его сзади, за спину его сейчас сдену. Готово, зацепил за спину. Включай натяжку. Сейчас я его чуть-чуть ближе к судну подвину. А ты его схватишь, ладно? Итак, давай, подтягиваем, потянем, тянем, 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 тянем. Потихонечку, потихонечку, поближе, поближе к нашему судну. Хорош, хорош, хорош. Ну все, я взлетаю. Итак, подлетаю, 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 подлетаю. Так, чуть-чуть выравниваю. Сейчас я открою свои клещи и зажму ими динозавра. Итак, спускаюсь потихоньку. Итак, потихоньку, потихоньку спускаюсь, спускаюсь. Итак, спускаюсь. И хоп, все. Я схватил его. Я его схватил. А теперь поднимаем его аккуратненько наверх. И теперь его нужно поставить на судно. Ну вы да, ребят, вы вообще молодцы. Сразу видно, что вы профессиональные ловители динозавров. О, как я рад, что я вас позвал. Наконец-то это чудовище я больше не увижу. Ну почему чудовище? Это обыкновенный динозавр. Мы же их вылавливаем, а потом лечим. И они опять становятся хорошими. И опять их отправляем в парк юрского периода гулять, чтобы они радовали всех гостей. Вот. Так что ты за динозавра не переживай. Он будет скоро нормальный. А пока мы его отвезем лечить. Ну все, пока. Передай своим злым птичкам, что все будет хорошо. Больше на вас никто не нападет. Ну все, пока. Мы плывем к себе. Ну все, пока. Мы поехали. Ну вот, опять благодаря этой рогатке мы спасли себе жизнь. Она постоянно нам помогает. Без этой рогатки мы никуда теперь. Она наш защитник. Это наше орудие. Это очень хорошее орудие. Да. И телефон никакой не нужен, да? И звонить никому не надо. Сел и полетел, куда тебе нужно. Ха-ха-ха-ха-ха. А спасатели были какие молодцы, да? Какие они все-таки ловители динозавров. Такие мощные парни. Они мне очень понравились. Очень-очень понравились они мне. Ну давайте отнесем эту рогатку к себе и дальше будем развлекаться на своем острове злых птичек Angry Birds. Пойдемте, друзья.